стрелково-спортивном клубе Чувашского регионального отделения ДОСААФ России состоялось лично командное первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодежи Московского района города Чебоксары. Соревнования прошли в рамках месячниковой оборонно-массовой и спортивной работы. Месячник приурочен ко Дню защитника Отечества и году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В этом году участники и организаторы соревнований должны были учесть все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В этом году в связи с коронавирусом обычно мы проводили в 29-й школе открытие полного месячника, но в этом году в связи с коронавирусом решили открытие будет проводить каждый в своем учебном заведении. Открытие уже было, 23 января было открытие во всех учебных заведениях, а сегодня один из этапов проведения этого месячника. То есть у нас сегодня стрельба в тире ДОСААФ России. Значит, здесь один этап – это стрельба с пневматической винтовки, и в большом зале – стрельба с малокалиберной винтовки. В соревнованиях приняли участие команды школ и техникумов. Главное – сосредоточиться перед решающим выстрелом и попасть точно в цель. А стрельба из пневматической винтовки, по словам участников соревнований, очень увлекательное занятие. В соревнованиях принимают участие не только юноши, но и представительницы прекрасного пола. Им тоже нравятся военно-патриотические мероприятия. Ну, меня с детства привлекают всякие военные части, военные действия. Может, в будущем я куда-нибудь поступлю. Просто некоторым хочется заниматься этим. Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями и дипломами. Команда, занявшая призовые места, награждается дипломами соответствующих степеней. Таким образом, подобные соревнования вносят весомый вклад в воспитание будущих патриотов. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.